Ну, уже должно быть. Все, ну что значит уберем? Либо сроки мне называть, либо сколько техники работает. Хватит обещаний. Глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющих компаний. Особое нарекание вызывают дома номер 63 и 67 на Ленинградской. С крыш свисают сосульки. Они создают угрозу жизни людям. Особенно это касается входов в магазины и подъезды. Вопрос чистки кровель нужно решать как можно скорее. Это жилой дом? Чей? Жилой. А где у нас управляющая компания? Вот здесь. Что скажете, когда? Берем. Когда? Ближайшее время. Когда? Сегодня. До скольки? До конца дня. Сереж, отзвонишься мне, да, и проверишь. Да, да. Если нет, присылайте ГЖИ. Для снега на крыше допустимая максимальная высота 20 сантиметров, для сосулек – нулевая. Сейчас из-за потепления они вырастают быстро, поэтому ледяные сталактиты нужно сбивать оперативно, с чем управляющая организация не справилась. Содержание дорог и улиц тоже вызвали замечания. Теперь подрядчика ждут штрафы. Принять все необходимые санкции, предусмотренные контрактом, для того, чтобы подрядчик понял, что так относиться к содержанию одного из центральных районов недопустимо. Подрядчика либо сменят, либо Самарский район будет обслуживать муниципальное предприятие благоустройства. Окончательное решение будет принято в ближайшую неделю. Даниил Лычко, Артем Сулайманов. События.